Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем о новостройках Москвы в пределах МКАД, где в феврале 2021 года продаются самые дешевые однокомнатные квартиры классической планировки с раздельными комнатой и кухней, не дороже 7,5 миллионов рублей. Начнем с самого дешевого варианта. ЖК «Светлый мир» станция L. В жилом комплексе «Светлый мир» станция L от компании Seven Suns Development можно приобрести однокомнатную квартиру с чистовой отделкой площадью 33,8 квадратного метра за 6 миллионов рублей. В состав ЖК «Светлый мир» станция L, строительство которого ведется в районе Люблино Юго-Восточного округа Москвы, войдут 5 25-этажных домов с предприятиями торговли и услуг на первых этажах и надземный многоуровневый автопаркинг. ЖК «Светлый мир» – сказочный лес. Однокомнатная квартира с отделкой площадью 32,9 квадратного метра выставлена на продажу в жилом комплексе «Светлый мир. Сказочный лес» за 6,5 миллионов рублей. ЖК «Светлый мир. Сказочный лес» возводится в окружении лесных массивов Национального парка «Лосиный остров» в Ярославском районе Северо-Восточного округа Москвы. Руководит проектом компания Seven Suns Development. ЖК «Люблинский парк». Группа компаний «ПИК» предлагает однокомнатную квартиру с отделкой площадью 35,6 квадратного метра за 7 миллионов рублей в жилом комплексе «Люблинский парк» в районе Люблино Юго-Восточного округа Москвы. ЖК «Светлый мир» в стремлении к свету. Однокомнатную квартиру с отделкой площадью 39,3 квадратного метра можно приобрести за 7,2 миллиона рублей в еще одном проекте компании Seven Suns Development в жилом комплексе «Светлый мир» в стремлении к свету. ЖК «Бусиновский парк». В жилом комплексе «Бусиновский парк» в продаже имеется однокомнатная квартира с отделкой площадью 34,4 квадратного метра за 7,5 миллионов рублей. Жилой комплекс возводится группой компаний «ПИК». Ссылки на предложения вы можете найти в описании к видео. Спасибо за внимание, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Ждем вас снова на нашем канале и сайте.